За 3 дня форума помогать участникам прорабатывать совместные решения будут специалисты самых разных направлений – медицины, культуры и спорта. В числе приглашенных экспертов – представители Министерства образования, экономического развития и здравоохранения. Своим опытом поделятся и бизнес-тренеры Москвы, Челябинска и, конечно, нашего округа. Организаторы мероприятия – правительство, ХМАУ, фонд поддержки предпринимательства Югры при содействии фонда соцпрограмм «Наше будущее», информационный партнер телерадио. Компания «Сургут Интерновости». Стоит добавить, что сегодня наш регион один из немногих, где развивается социальное предпринимательство. Сегодня в Югре порядка 130 бизнесменов реализуют свои проекты именно в этом направлении. Мы уже понимаем, что это зона, которая позволяет очень многому научить всех нас, но очень надеюсь, что в рамках сегодняшнего форума мы уточним те проблемы, которые здесь есть, они, конечно же, есть, как везде в России, и, возможно, эти проблемы, найдя решение здесь, потом также будут тиражированы в решениях в других территориях Российской Федерации. Югра – это действительно и территория здоровья, она должна быть такой, и она отличается этим, и территория лучших социальных решений.